мы договорились с Росприроднадзором, будут проводиться открытые для общественности, для средств массовой информации проверки данных предприятий. Конкретно понедельник в 11 утра будет проводиться проверка мусоросжигательного завода, вторник – Березские очистные сооружения в 11, среда – нефтеперерабатывающий завод, и четверг мы приглашаем всех желающих, не только жителей Балашихи, к нам на полигон, чтобы вы посмотрели, в каком он сейчас находится состоянии, какие ведутся там работы.